Соревнования в честь легенды волейбола и по совместительству почетного гражданина города Сочи городская федерация проводит уже третий раз. Ценный для всех волейболистов кубок разыграют 6 команд – Москва, Новороссийск, Чебоксары и Сочи. Турнир только набирает популярности, и в следующем году он пройдет уже на краевом уровне. Расширится и география участников. Сейчас организаторы ведут переговоры с командами Литвы и Эстонии. Играют смешанные коллективы. Здесь, вот как вы увидите, и молодые ребята, и ветераны, и все такое. Ну, как бы популяризация волейбола. Он же после Олимпийских игр стал у нас очень популярным в стране, да не только в стране. За рубежом. Вот мы стараемся и в городе Сочи привить и детям, и взрослым, и тем более еще и болельщикам удовольствие оказать вот этими вот турнирами. Сам Владимир Кондра уже в Сочи. Заветный кубок он вручит уже в ближайшую субботу. Финальная игра состоится 12 ноября. Что же касается развития волейбола в Сочи, то он сегодня на довольно высоком уровне. Местная команда недавно стала бронзовым призером краевых соревнований. Ранее сочинцам не раз доставались и лавры победителя.